Это кладбище села Агалы Зангеланского района. В этой деревне у нас похоронено два героя, павших за территориальную целостность страны. Естественно, население села посещает их могилы и в памятные дни. Это могила Джамиля Зейналова, героя, павшего в боях за Азербайджан. До оккупации мы были соседями. У нас с ним разница в возрасте 1 год. Мы выросли вместе и общались вплоть до его гибели. Я тяжело перенес потерю Джамиля. Он погиб в декабре 92 года. Да упокоит Всевышний его душу. Аллах рахмет эйлесин. А это могила второго уроженца нашего села, павшего при защите родного края, Эльбруса Шамхалоглы Велиева. Если бы он остался в живых, сейчас ему было бы 50 лет. Он родился в августе и в августе же погиб в совсем молодом возрасте. Ему было всего 19 лет. На фотографии он с родителями. Они тоже скончались. Царство небесное. Царство небесное. Об усопших всегда говорят добрые слова, но Эльбрус на самом деле был очень хорошим человеком. Он был воспитанным, спокойным, серьезным и добрым парнем. Все жители Агалы были потрясены тем, что Эльбрус погиб. В общей сложности 6 уроженцев села Агалы в разные годы отдали свои жизни за восстановление исторической справедливости. 2 похоронены на кладбище в селе Агалы, 1 на аллее героев города Зангелан. Еще 1 захоронен на Масазырском кладбище города Баку, 2 на 2 аллее героев, а 1 воин пропал без вести, да упокоит Всевышний их души.